Что смешного? Не спится мне. Я не злюка. Я очень добрый, здоровый, серенький. Чё ты там докупенный, не дописался, да, братан? Дело не в верблюдах, дело в жизни. Жизнь для меня остановилась. Бровь как всегда торчит. Но брат ей 8000 тартаров отослал. Братан, я сегодня на Саморах был. Думал в гости зайти, никого не было. Понедельник. Я плохо. Видишь, глаза какие. Мне не надо ходить на кастинг, я могу просто написать. В WhatsApp, кому надо. Да ладно, братан. Ёпте, макарёпте. Но я был во сколько часов? 9 вечера, 10. Вы, наверное, понедельник «Спаси свою любовь» снимаете? Или, а, понедельник же приход, господи. Какие мои фразочки? Короче, сегодня что-то задумался. И в итоге в интернете посмотрел, что есть реально мототакси. А у меня же моцик есть. Я думаю, блин. Может попробовать на мотоцикле в такси работать. Будете кататься? Ёпти-макарёпти. Как раку ногу оторвать. Записывай, девушка. Лиза. Как раку ногу оторвать. Потом. Я твой рот калиткой хлопал. Греби ушами в камыши, крыса полосатая. Братан, ты знаешь такую фразу «ёпти-макарёпти»? Нет? Блять, может куда-нибудь в глухомань какую-нибудь поехать жить? Кто-нибудь за глухомань есть? Хочу в глухомань, чтобы печку топить, там дровишки колоть. В Сибирь поеду, блять. Тоси-боси, хуй на тросе, блять. Ой, я поеду этим лесником. Егерем. Егерем. Это ебаный в рот. Куда ни плюнь, везде образование надо. Шо я, блядь, не учился? Давай, братишка, спокойной ночи. Удачи. Найди мне работу, братан. Я умираю, нахуй. Мне это такси уже настоебало. Заработка нет, нахуй, блядь. Настроения нет, устал.
Господи, какой учиться у меня ребенок, блин, ну ребенка учить надо уже, а не себя учить. Вся жизнь такая конченная, блядь, что надо, блядь, шевелиться, блядь, везде все платить, за все отдавать. Не знаю, я еще ничего не пробовал, кроме здесь такси. Вахтовый метод, получается, зарплата меньше. Тебе платят 2 месяца, а месяц ты дома. Грубо говоря, дели это еще на месяц, на 3, и в итоге херня. Я и тут могу вахтовый метод. Отпахал 2 месяца, месяц ехать домой. Хочется работу. Либо посмена, либо 5-2. Как люди приходить с работы. Телек смотреть, ужинать. Уренгой, Уренгой. У вас связи есть? А что, мужики тоже на трассе работают. Какие у меня шикарные брови, да, ребята? Нахуй я на дом 2 ходил, да, ребят? Сука, ржака, блядь. О, ребят. Россия опустилась на колени. Пиздец, нахуй. Анжела. Встречала вчера одну Анжелу в такси. Сука, ты Лиза. Я не бомж, я... Я русский мужик. Работяга. Правда покорила меня, правда. Братан, мне сказали, что выгляжу как бомж. Вам показать, в каких условиях я сплю. Страшных. Правда. Чё, хозяйка спит? За все уплачено мне похуй. По шумоизоляции. С этим будешь нахуй сидеть. С чемоданом. Поехали в общагу, блядь. Там хоть веселее было, блядь, поржать, блядь. Как делишки, как дела. Все хуево, ребята. Все, полез я в петлю вот на тот вентилятор, нахуй. Выдержит, блядь. Хуй там, блядь, не выдержит. Отожрался, блядь, на шаурме. Саша, я за здоровье переживаю. На шаурме нихуя витамины нет. О, моя рыбка малолетняя пришла. Говорит, в женихи хочет. Говорит, Серега, буду твоей женой. Поеду я в Уфу, нет? Хуйня полная. Блять.
Надо ехать домой уже, огород пахать. Картошку садить. Блять, вот жизнь была, блядь, сади картошечку. Вечером поливай. Спокойствие, блядь, не то, что тут, блядь. Только и знаешь, как работать, спать. Нихуя ничего не интересно. Опа, вы там что пишете, не люди, я не пролистнул. Давай горло намыло. Спасибо. Почему не вернешься в дом 2? Там же платят хорошо. Да. Ложись спать. Хороший совет. Ой, блядь, завтра за путевками ехать. Господи. Расквитаюсь долгами, поеду домой. В новые долги залазить.